казни татаро монгол которые шокировали русских. Любое нашествие чужого войска – настоящая беда. Еще хуже, если захватчики успешно подавили все попытки сопротивления, сожгли и разрушили города, обложили народ данью, обратили в рабство треть населения, а всех несогласных с их порядками просто перебили. Таким было нашествие татаро монгол на Русь. Воскат Чингисхана, его внука Бата, жестоко подавляли любое сопротивление во всех покоренных ими землях. От их войск пострадали китайцы, жители Средней Азии, Северного Кавказа, Ирана, Волжской, Булгарии, Забайкалия, Южной Сибири и других земель. Население многих городов было практически уничтожено. Везде монголо-татары насаждали свои порядки. Своеобразным кодексом завивателя была Великая Ясса, свод законов и правил, предполагающих очень суровые наказания за многие правонарушения. Например, кража лошади могла повлечь за собой возврат уведенного имущества плюс штраф в размере 10 скакунов. Если у вора ничего нет, то он обязан был отдать пострадавшим в рав со собственных детей. При отсутствии он их виновному полагалось зарезать как барана. Также смертной казнью наказывались поступки, нарушающие монгольские традиции. Например, строжайше запрещалось прыгать через огонь, стол или чашку, возвращаться той же дорогой, по которой уехал подходить к ставке хана, изменять жене или мужу, заниматься колдовством и ворожбой. Особенно строго была великая язык к военным, предписывая смертную казнь за любые провинности от бегства с поля боя до нечестного дележа награбленного имущества. Хотя высшая судебная власть принадлежала великому хану, другие представители монгольской знати тоже могли казнить человека в рамках своих полномочий. Сложные дела, имеющие большое значение, рассматривал диван Юргу, так назывался главный судебный орган империи завоевателей. Менее значительные споры и административно-хозяйственные вопросы разрешали судебные инстанции на местах, возглавляемые Яргучи судьями. Жуткие казни. Монголы-татары применяли такие методы казни, до которых даже инквизиторы, свирепствовавшие в средневековой Западной Европе, не смогли додуматься. В Золотой Орде способ умерщвления человека зависел от его социального статуса и совершенного правонарушения. Так, члены семьи и близкие родственники потомков Чингисхана могли быть судимы лишь семейным советом, так как, тогда как другие представители знаете, порой несли более суровую ответственность, чем их подчиненные. Простолюдины часто подвергались телесным наказаниям, которые варьировали в зависимости от правонарушения, от семи ударов палкой до отрубания руки. А людей, разболтавших посторонним служебной тайны, могли приговорить к битью кулаками по ушам. И хотя смертная казнь могла быть заменена продажей человека в рабство или полной конфискацией его имущества, чаще всего провинившегося убивали. Его могли зарезать, задушить или разорвать на части, привязав к четырем лошадям, которых заставляли одновременно рвануть в разные стороны. Еще один способ – переломание позвоночника. Применялся к особо уважаемым и знатным людям. Монгол татарам был известен своеобразный аналог распятия. Приговоренного прибивали железными гвоздями к деревянной конструкции, которая называлась осел. На нем люди умирали медленно и мучительно. Самой распространенной казнью было отсечение головы, как и во многих средневековых странах. За особо тяжкие преступления, вроде измены хана, у человека могли рассечь грудь и вырвать из нее еще бившееся сердце. Такой приговор был призван устрашить потенциальных бунтовщиков. По-своему, престижными у могол считались казни, не связанные с кровопролитием. Поскольку именно кровь считалась у них вместилищем души, то оставаясь в теле, она облегчала человеку путь в иной мир, согласно верованиям. Так ушел из жизни, например, военачальник Джамуха, который был другом юности Чингисхана, но впоследствии соперничал с ним в борьбе за власть. Джумихе Самали позвоночник. Известный, уважаемый в народе шаман Какачу, носивший название Теп Тенгри, самый небесный, получил такую же бескровную смерть за политические интриги. Правда, опасаясь обвинения в расправе над служителем культа, Великий Хан замаскировал Акадзе под несчастный случай во время борцовского поединка. Жители Руси, независимо от их социального статуса, монголы тоже поступали в соответствии со своими законами. До первого нападения войск Батыя в 1237 году на Руси насчитывалось более сотни городов. Среди них были как крупные Киев, Белгород, Чернигов, Смоленск, так и менее населенные Пинск, Луцк, Псков, Гродно, Муром, Путивль. Кроме того, по всей стороне были разбросаны небольшие укрепленные крепости, в которых жители близлежащих сел и деревень прятались от междусобных набегов. Войско Батая захватило и разорило 49 крупных и средних населенных пунктов, из которых 15 утратили городской статус и 14 не были восстановлены вообще. В некоторых из них, например, в Рязани, владимиро Залесском и героически сопротивлявшемся Козельске были истреблены практически все жители после смерти Батая набеги на Русь не прекратились. Только во второй половине XIII века татаро-монголы вторглись на землю удельных княжеств 15 раз, каждый раз неся с собой гибель и опустошение. Так за Залезский был захвачен и разрушен 4 раза, и каждый раз жители отстраивали его заново. Муром и Судаль перенесли по 3 набега. Владимир Наклязьма был осажден и захвачен дважды. Главным политическим исходом нашествия татаро-монгол явилась потеря независимости удельных княжеств. Русские правители стали вассалами Золотой Орды и попали в подчиненное положение. Даже управлять унаследованными землями они могли лишь после получения ярлыка разрешения на княжение ставки у Великого Хана. Наряду с другими покоренными народами, жители удельных княжеств вынуждены были платить дань Золотой Орде, а примерно треть населения, в основном молодые мужчины и женщины, были угнаны в рабство. Нередко этих людей скупали венецианские генуэзские купцы для последующей перепродажи в странах Западной Европы. Среди за порядком процесса сбора дани на Руси были обязаны баскаки, орданские чиновники, посланные практически во все крупные города. Эти наместники призывали карательные отряды татаро-монгол, если сталкивались с неповиновением. Немало русских князей сложили свои головы в Золотой Орде, когда отправлялись на поклон к великому хану и его приближенным. Часто эти казни происходили в результате междуусобной борьбы за те или иные уделы по наветам соперничающих семей, представители которых приходили друг другу родственниками. Борьба за власть и влияние делали их непримиримыми врагами. Порой указанные в различных источниках сведения об убитых за христианскую веру русских князьях на поверку оказываются лишь преданиями, поэтому мы приведем здесь лишь те факты, которые подтверждены летописями. Василько Константинович Ростовский погиб 4 марта 1238 года. После поражения русских войск на реке Сити, князь попал в плен и был убит за отказ присягнуть на верность победителю Хану Батою. Итальянский дипломат и путешественник Джованни Плана Карпини в 1246 году посетил сарай Бату. Он упоминал в своих записях некого Андрея Сара Вогольского, который был казнен по приказу Баты в 1245 году. Этот князь обвинялся в краже и последующей перепродаже лошадей из Золотой Орды. Историки теряются в догадках, речь идет о сыне Мстиславе Киевского или Мстислава Черниговского. Михаил Селыч Черниговский 20 сентября 1246 года был казнен за отказ соблюсти монгольские обычаи, пройти между двух огней, доказав тем самым чистоту своих помыслов, и поклониться в сторону юга, почив таким образом память покойного Чингисхана. Князь объявил, что эти действия противоречат христианским догматам. По другой версии, между огнем он прошел, отказавшись лишь кланяться на юг, и никаким увещеванием не подался. Тогда, судя по летописным сведениям, монголы начали избивать Михаила Всеволодовича. А русский изменник Доман, который был родом из Путивля, отрубил его голову мечом. Роман Олегович Рязанский был казнен в 1270 году. Согласно церковным преданиям, монголо-татары убивали его за отказ принять мусульманскую веру. Хотя с точки зрения исторической науки данная версия не кажется правдоподобной, ведь ислам стал официальной религией Золотой Орды лишь при хане узбеки, который сам перешел в эту религию около 1320 года. Тогда решение правителя встретило сопротивление знати и простых подданных. Монгол-татары отличались редкой вертерпимостью. Баты лично предоставил православной церкви многие привилегии. В городе Сарай-Бату спокойно работали христианские храмы, а за любое покушение на служителей или мученицы церкви особым указом великого хана была установлена смертная камень. Возможно, сведения об этом мученики за христианскую веру были внесены в различные источники гораздо позже, когда изменилась историческая обстановка. Михаил Рославич Тверской убит в Золотой Орде в 1318 году. Порой его путают с теской Михаилом Черниговским, называя причиной казни отказ честного христианам пройти между двух огней. На самом деле все было прозаичнее. Князь стал жертвой междуусобной борьбы и политических интриг своего родственника Юрия Даниловича Московского. Поводом для разногласий был ярлык на Великое княжество Владимирское. Александр Михайлович Тверской и его сын Федор, которые являлись продолжительным династией правителя Руси, были казнены в 1339 году. И произошло это, когда в Золотой Роде находился Иван Калита, еще один небезызвестный московский князь, враждовавший трескими родственниками. Вероятно, он был как-то причастен к их гибели. Так, через интриги Золотой Орде Верховная власть на Руси перешла от Твери к Москве. Большинство историков считают, что нашествие монголов татар повлияло на становление российской государственности. Раздробленные удельные княжества, в конце концов, осознали необходимость объединения, чтобы успешно противостоять захватчиком. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. А для того, чтобы быть всегда в курсе наших новинок, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, ВКонтакте, Телеграме, Инстаграме. Ссылка ниже в описании видео.